Джой, не связывайся с ними. Thank you.
этому номеру до 1 октября. Если вам нужно со мной связаться, позвоните моему агенту Полу или мне по моему нью-йоркскому номеру 212-555-98-98. 212-555-98-98. Солдат такая работа. Это не значит, что он вор.
Он сказал, откуда у него деньги. Говорит, от Бога. Ну вот что. Как вы думаете, что сделает полиция с этими деньгами? Разделят между собой и спустят в пабе. Отложите их в фонд обедов, подарите всем свитера на Рождество. Он сказал, чтобы я купила что-то красивое. Я думаю, может быть, я смогу взять хоть немножко. Понимаете, я давно молилась об одной вещи. Вы добродетельная женщина, сестра Кристина. Если деньги – это ответ на молитву, то так тому и быть. Скажем так, в приходной книге о них ни слова не будет. Все продано. Как продано? Но оно же только в октябре. В интернете раскупили за 2 часа. Интернет. Есть только одна ложа, она свободна. Свободна. Во вторник. 1 октября. И сколько она стоит? Ложа на прощальное выступление стоит 500 фунтов. Сестра. Боюсь, на суп ты уже опоздал. Я не голодный. Мне нужны лекарства. Ты ранен? Антибиотики. Мне нельзя раздавать антибиотики. Но раздаешь же тем, кому нельзя в больницу. Иди в травмпункт. Не могу. Почему? Не хочешь давать свое имя? Назовись каким-нибудь Смитом или как-то. Это будет ошибкой. Почему? Я и правда Смит.
Тогда Джонсон. Сестра, я скрываюсь от судебного пристава. Я был в специальных войсках. Прощение мне не светит. Откуда ты знаешь, что тебе нужны антибиотики? Два ребра сломано. Там воспаление, инфекция доберется до кости, я умру. Мне уже ломали ребра. Если будешь пить, они не помогут. Мне нужны более утоляющие. Дай мне дигидрокодеин. Есть, сэр. Я расспросила тут о твоей знакомой, Изабель. Откуда ты про нее знаешь? Ты сказал, вчера не помнишь? Я вчера заходил. Чего я тебе наговорил? Сказал, что тебе повезло. Бог подал. Ты ведь не веришь в Бога? Как ты тогда объяснишь свою новую одежду? Никак. И что ты узнала про Изабель? Она больше не приходит за едой. Увидишь ее, передай. Скажи, что туда можно прийти. Что там безопасно. Кто там живет? Я. Ты туда вломился? Нет, свалился. Никто не пострадал? Кроме меня нет. Знаешь, все говорят, ты ангел. Спокойной ночи, Джозеф. Что помнишь обо мне и что ты обо мне заботился? Если у тебя номер не изменится, я тебе позвоню, как только уеду из Лондона. Мне пора. Март. Лето в Нью-Йорке. Я его бойфренд. Нас много. Он разрешил пожить, пока квартира пустует. А вы модель? Да, иногда бывает. Он не говорил, что кто-то будет здесь жить. У вас есть его номер в Нью-Йорке? Нет, он не очень общительный.
оставил. Я бы ему спать не давал. Я Трейси. Джой Джонс. Дэймон решил, я должен побыть тут летом. Начать жизнь сначала, пока все идет по плану. Ничего не странно. На дядю Стэнли в Нью-Йорке работает один. У тети из Чикаго их двое. В Штатах они символ статуса. И для грязной работы годятся. И полиция долго будет соображать, что к чему. Вид у него, как у матерого убийцы. Говорят, он бывший солдат. Китайцев с таким опытом все меньше становится. Все теперь в университетах. Мой старший сын снимает какие-то гребаные ролики в рекламном агентстве. Как у него дела? Этот сопляк больше со мной не разговаривает. Мартышка, будешь работать с солдатом? Без проблем, дядя. Он молчун. Мы сработаемся. Работу хочешь? Да. Знаешь, чем я занимаюсь? Вам вроде шофер нужен. Мне нужен не только шофер. Говорят, ты человек жесткий. Прям как этот город. Да ты ему сразу про деньги скажи. Thank you.
Оно серое. Серое? Да. Это собака? Нет. Оно может меня съесть? Наверное. Так, и сколько там у него ног? Две. Я тебе еще принесу.
побольше. Офицер дал мне эту фотографию. Ее нашли в реке. Им нужна помощь с опознанием. Мне очень жаль, что я с такими ужасными новостями. А где? В реке. В Сити, рядом с Кеннери Уорф. Какой-то богатый урод. Они думают, что ее убил один из клиентов. А им не наплевать? Конечно, нет. Дэвид хороший человек. Правда? Хороший человек. Ну, что ж, ему же лучше. Я знаю, кем ты работаешь на своего китайского босса. Говорят, безумный Джо стал дилером. Да я только курьер. Пальцем их не касаюсь. Это Изабель касалась. Судя по вскрытию, ты их ей и доставал, наверное. Или все это никак не связано у тебя в голове? Знаешь, почему ее тело нашли в реке? Река нужна только для одного. Смывать тела девчонок, когда с ними покончено! Во что превратился этот долбанный город? Большие у тебя очереди, да? Ты даешь им суп. Кто вернет им жизнь? Все деньги на себя, и с тех пор я не могу нормально спать. И я позвонила сестре в Варшаву.
Она продала кое-какие мои старые вещи. Они мне не нужны. Мне очень жаль, Изабель. Я знаю, вы были близки, но... Подумай о других, таких как она. Начни жить правильно. Это честные деньги. Я их очистила для тебя. Возьми их и начни честную жизнь. Забыли меня, да? Неудивительно. Я изменился. У тебя нож. У меня ложка. Кто убил Изабель? Сунуться, скажите безумному Джои. Есть информация.
информация для полиции об убийце Изабель. Встретимся здесь. Джой Джонс. Для полиции об убийце Изабель. Я пришла сюда только поэтому. А платье я надела, потому что другого у меня нет. И не думай, что я не пошлю его в Африку. Я пошлю. Кстати, меня тут зовут Дэймон. Не напоминай, пожалуйста. Я упаду в обморок. Почему? Я весь день ничего не ела. Волновалась, пойти или не пойти. Я не знала, что тут будет столько голых мужчин. Я тебя пригласил. Я думал, что тебе понравятся фотографии. Я не знал, что это будут в основном пенисы. Извини. Джои, на самом деле, я люблю фотографию. Я много фотографирую. В основном природу. Но пенисы – часть природы, наверное. Да, наверное. Что ты сказала, настоятельница? Солгала. Ну, что за информацию ты узнал? Скажи своему полисмену, что это мужчина лет 30 со шрамом над глазом. Работает в сети. Мне надо это записать? Это все, что я знаю. Ясно. 30 лет, шрам над глазом. Работает в сети. Запомнила. Извините, мы еще не знакомы. Я Карл, а вас как зовут? Да я так зашел. Мне сказали, что вы показали на ресепшене приглашение Дэймона Колдфилда. Дело в том, что я фотоагент Дэймона. Он сейчас в Нью-Йорке. А вы кто такие? Знаешь, кажется, я все поняла. Да ты напилась. Да. Этот безумный период начался, когда я купила билет. Какой билет? Я потратила твои деньги на билет на балет. Надо же, грешновато. Понимаешь, я ее обожала с самого детства. Кого? Марию Жилинскую. Ей 42 и до сих пор танцует. Она та, кем я всегда хотела быть. Кем я должна была стать. Смотри, к чему она меня привела. Я в шелковом платье в подворотне с гангстером. И я пьяна. Ты все еще гангстер или я тебя перевоспитала? У меня тоже просто безумный период. Мне нужно кое-что успеть. Кончится лето, я завяжу. Из-за меня, да? Я ведь правильно поступила. А если нет, ты зря наряжалась?
Когда возвращается Дэймон? 1 октября. Значит, это судьба. Что? Я сказала «судьба». Я должна была сказать «это воля Божья», но не сказала. Знаешь почему? Потому что я не уверена, что Бог существует. Если честно. Бог-то для меня вымовка, чтобы не шукать. Бог для меня оправдание, чтобы не думать самой. Кажется, меня вырвет. Нет, не вырвало. Сестра, я католик. Я тебе не сестра. Я пьяна, и мне некуда бежать. Лет. Шрам над глазом. Работает в сети. Проживание не в проживании 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 не в прожив
что-то случилось? Вы всех напугали. Мы кое-кого разыскиваем. Зовет себя Джои Джонс. Говорят, он раньше сюда наведывался. И вы можете знать, где его найти. Давай помогу. Что ты здесь делаешь? Я соврала полиции. Ты совсем не изменился. Я больше ничего не умею. Что сказал полицейский? Когда ты описала убийцу? Он посмеялся. Сказал слишком общо. И что пусть Джои Джонс сам придет к нам и все расскажет. Понятно, им лом парится из-за какой-то шлюхи. На самом деле, полицию немного больше заинтересовала информация про тебя. Ты знаменитый, Джои? А Изабель недостаточно знаменит. Какой ты ханжа все-таки. Один из избитых рэкетиров до сих пор в больнице. Ты не просто ангел. Ты Бог всемогущий, карающий Господь. Что поделать, я верю в справедливость. Богу иногда приходится помогать. К тому же я тут не единственный ханжа. Поцелуемся. Сам бывало напивался. Что тогда произошло? Ты что, не помнишь? Все в тумане. Ты попросила поцеловать, я и поцеловал. Не надо было целовать, даже если я попросила. Я и сам хотел. Почему это ты хотел? А вот это очень глупый вопрос. В зеркало посмотри. Я не виновата, что я охреневшая. Ругаешься ты совсем не как монашка. И кто же в этом виноват? Мой тренер. Еще в Варшаве. Отец заставил меня стать гимнасткой. А я хотела стать балериной. А он сказал нет.
Я думала долго, что попаду в ад. Но я была маленькая. Меня решили не отправлять в тюрьму. Отдали вместо этого в монастырь. Джой. Я раньше никому этого не рассказывала. Хочешь, я поведу? Да, лишь бы не я. Как ты домой попадешь? Я гангстер. Угоню тачку. Пешком дойду. Чудесное утро. Кристина, я просто выбросил свою униформу и сбежал. Тебя привело. Сестра Кристина, я вас не понимаю. Зачем вам уезжать в Африку? Предпочтительно в нашу миссию в Сьерра-Леоне. Но как же ваша работа с нами? Миссия здесь, в Сохо. Уехать в Африку всегда было моим планом. Да. Но через 2 года. Прошу вас, позвольте уехать сейчас. Но почему? В Лондоне мне очень трудно сосредоточиться. Вы покраснели. Тут очень тепло. Сьерра-Леоне еще теплее. Жарко, я бы сказала. Я буду носить шляпу. Вы хотите уехать в ближайшие 3 месяца? Я готова в любое время, после 1 октября. Джой, ты хотел поговорить с боссом? Иди со мной. Садись. Мадам Чой. Мадам Чой, вы в курсе всего, что у нас происходит? Если мужчина платит девушкам и бьет их, о нем скоро все узнают. Мы с ними не имеем дел. А русские требуют в 2 раза больше. Я знаю, что у вас есть черный список таких людей. Я ищу одного очень агрессивного мужчину. Он избивает девушек. Он молодой. Около 30. У него шрам над глазом. Он носит очень дорогие костюмы. Мы его знаем. То есть для вас это не слишком вообще? Мы защищаем свой бизнес. Мадам, вы не могли бы разузнать имя этого человека? Он может быть нам чем-то полезен? Можно поручить ему работу, от которой все отказываются. Услуга за услугу.
Левую руку. В кулак. Коктейльная вечеринка. Понедельник, 1 октября, 19:30. Макс Форестер. Ваши мечты сбылись. Макс Форестер. Коктейльная вечеринка. Понедельник, 1 октября, 19:30. Держи. Разберешься? Конечно. Ты мог бы нанять профессора.
арсенала для этого. Да, но я хотел тебя. А для кого фотографируешься? Для моей дочери. У тебя есть дочка? 9 лет. Я однажды приходил сюда с ней давным-давно, может, вспомнит. Пусть у нее будут мои фотографии, где я на человека похож. Ну что? Вот так? Улыбнись. Зачем? Ладно, так тоже хорошо. Похож на хорошего человека. В смысле? Пусть думают, что я хороший. Да, ты похож на хорошего. Тогда снимай. Это она попросила тебя сфотографироваться? Нет, когда она вырастет, пусть ей что-то напоминает обо мне. Вы не будете видеться? Вряд ли я и дальше буду так выглядеть. Почему? Что с тобой должно случиться? Да снимай уже. Надо вот так сфотографировать. Естественнее. Бизнесмен наслаждается утренним кофе. Такой успешный мужчина. Такой богатый. Щедрый. Это само собой. Она будет очень тобой гордиться. Хватит. Я же сказал, хватит. Наконец-то рассмеялся. Вот, я тебя изменила. Пришли их ко мне. Я возьму их с собой в Африку. Ты едешь в Африку? В долину, в Сьерра-Леоне, где нет воды. Когда собираешься? Завтра. Джои, мой безумный период заканчивается. Я хочу, чтобы он закончился с тобой. Будь хорошим.
пойдем сегодня со мной на балет. У меня ложа. Можно прийти вдвоем. Всем сегодня. Можно подержать тебя за руку. Представление начнется через 5 минут. Пожалуйста, займите ваши места. Форестер. Да. А вы кто? Как твоя премия в этом году? Неплохо? Весьма неплохо. Вы из Сиско или из American Eagle? Нет. Я с самого низа. Слушай, есть разговор на минутку.
честно говоря, шел за напитками. Вы кто? Кто я? Подумаем. Что тебе от меня надо? Чтобы ты понял, каково людям там внизу. Что? Нет, нет, нет! Хочу посмотреть, как она пойдет после банкета к машине. Усыпить машину-убийцу. Я закончил свои дела. Первых, кто подвернулся.
делал детей сиротами. Спасибо за твои фотографии. Учитывая, что на них я, получилось очень неплохо. Лучше я отдал дочери, так что тебе остались неудачные и уродливые. Извини. Я вернул Дэймону деньги, которые снял с его счета, и еще добавил за квартиру. Миссии я тоже оставил денег на пиццу для ребят. О торговцах людьми я сообщил в полицию. Еще я избавил город от очень плохого человека. Я знаю, что это не делает меня хорошим, но я попробовал поступить по совести. А теперь я снова исчезну на улицах города. Этим летом я снова почувствовал себя живым. Спасибо, что ты была рядом. Надеюсь, в Африке тебе хорошо. С любовью, Джозеф Смит.